Здравствуйте, друзья! Я приехала в четвертый магазин, русский магазин четвертый, который находится на одной и той же улице. Совершенно вот недалеко один магазин, потом рядышком еще один, два магазина, и это открылся четвертый. К сожалению, то, что я снимала на улице, почему-то не записалась. Поэтому я просто словами сейчас немножечко расскажу. Находится магазин этот четвертый на US-1, то есть это вот трасса, которая соединяет Key-West. Это самая южная точка Америки, и в хорошую погоду видна Куба. И дальше эта дорога соединяет с Канадой, то есть можно от южной части до Канады проехать буквально вот не сворачивая по этой дороге. И вот буквально абсолютно в полквартала стоит еще один магазин, русский первый. Но это как бы городок Холландейл. И если подняться чуть-чуть выше, это уже начинается Голливуд. То есть через дорогу практически Голливуд. И там еще два русских магазина. То есть, что значит русские товары из России, Белоруссии, Украины. Значит, то, что можно. Ну и, конечно, выпечка, конечно, можно прийти пообедать, готовые обеды, ужины. В этом магазине, как мне сказали, работает шеф-повар, который работал в ресторане. То есть должна быть хорошая, вкусная еда. Ну вот так. Итак, идем в этот магазин. Ну и, конечно, музыка. Музыка. Здесь кафешки. Дверь сама открывается, утеренка от сквозняка. Маленький магазинчик. Нарезки, сосисочки. А сколько сосиски стоят? Да, козишь есть. Здравствуйте! В новый четвертый магазин! А может он будет самый любимый? А? А может он будет самый любимый? Дай бог, будем только рады. Да. Жалко, что на нашей территории другой нет, ни одного. Было бы здорово. Смотрите, выбирайте, что вам нравится. Да, это я знаю. Я взяла вот такой кузель, танк. Творог классический, совушки. Израильский, русский. Тортики. Мороженое всякое. Вода. Так, вот вино. Лимонные дольки, халва, конфетки. И как всегда, музыка, ну что делать? Так. Вроде ничего, надо будет потихонечку купить печенье.
сгущенное молоко, абрикосовое варенье. $8. Да, придется. Соленые рыбки. Чай, да? Чай какой? Есть аптека, горчичница. Ну вот, пошли я заглядываю, какие тут есть лекарства, препараты. Колбаски. Так, и сыр. Белорусские. Какие-то сыры приготовился. А вот тут есть этот президент. Корочка. Газетки. Хлебушек. Да, Вита там не знал, да. Ну, как обычно. Грибочки. Огурчики. Русский магазин. Приправочки. Да, есть. Ну что, ладно, я сделаю этот самый танк. Вот
что-то не вижу заварного чая. Ну ладно, все еще впереди у них. Мед 16.9. Ну ладно. Вот нужно варенье просто брать такое. Только сколько оно стоит? А, вот. 4. Малина, черника и вишня. Вот это еще возьму. Это дорогие вещи, а это я возьму варенье. В такой баночке. Вот это я возьму. Ну и все. Понравилось видео? Ставьте лайки.